казино. Казино вернулось, возвращение, эпичное возвращение казино. Хорошего большого казино Рогалика. Удачи, арендодатель, наконец-то вышел большой апдейт. Ура, ура, товарищи. Он пришел, он здесь, он с нами. О да. Варлок, я правильно понимаю, что Кольт Кэньон отправляется в долгий ящик? Да. Много новых игр. Все верно. Варлок, когда Хант? Хант третьей игрой периодически. Хант в третьем слоте сейчас. Ну, сегодня третьего слота, видите, нету, но... Окей. Добро пожаловать в жилой комплекс. Так, тут все то же самое. Что я знаю из апдейта? Добавили новых символов. Патчноут мы читать не будем, мы методом экспериментов пойдем, как обычно, будем по ходу дела разбираться. Изменения были сделаны. Ну, точно я знаю, что было изменение. Было изменение. В стартовой колоде теперь всегда идет жемчужина вместо трефы. И да, много чего еще. Надо все смотреть, надо читать все символы, смотреть, чего мы заметим. Крабы такие, как были, черепаха такая, как была. Блестящий камушек такой. Такой, как и был, но я его возьму. Вначале надо брать все символы. А, ключ то же самое, руда. Руда та же самая, но я вижу, что не хватает камней. Камней не хватает, смотрите. Здесь было больше камней. Здесь был топаз. Еще что-то было. Здесь было 5 камней. Или 6. Необычного уровня. Ну, в общем, короче, здесь было 6 камней, по-моему. Камней стало меньше. Остался сапфир необычного уровня и 2 редких. То есть чаще должны попадаться редкие. Но пока что я возьму ключ. Ключ в начале игры всегда, всегда очень хорош. Для сундуков устрица. То же самое, жемчужины 20% шанс. Монета, вишня. Ну, возьму монету, хотя можно было вишню взять, наверное. Цветок. Цветок пойдет. Гусь то же самое. Добавляет яйцо с шансом. Так, то же самое. Платеж готов. Арендная плата 50. Хорошо. Сейф для ключа пойдет. Урна то же самое. Персик. Я чуть больше времени трачу, потому что... Отмычка кайф, вообще отмычка бомба. К сожалению, да, ключ теперь останется, но рано или поздно уберется. Обезьяна дает в 5 раз больше, чем ценность. Так, обезьяна в 5 раз больше давала? Вроде бы нет, вроде бы обезьянку поменяли. А может и в 5 раз больше давала, или она давала в... 7 раз больше. Нет, 7 раз больше дает гном. И банановую кожуру можно одну взять пока что. Просто для голды и потом вора к ней. Пиво можно взять для гнома, но не знаю. Блестящий камушек тоже пойдет. Это редкость, редкость хороша. Сейф автопик с отмычкой и с ключом. Еще лучше с ключом. Хорошо, что он открылся ключом. Сотка голды, изи платеж. Еще один сейф, сейф автопик. Туча необычная. Дает много дождя. Удобная подушка. О, удобная подушка очень хороша. Насколько я знаю, добавили новых символов. Давайте посмотрим патчноут. Я сейчас прочитаю, посмотрю патчноут. Подождите, быстренько, очень-очень коротко загляну. Так. Добавлены новые символы, добавлены новые предметы. Добавлена новая валюта, которая позволяет удалять символы. О. А почему я этого не видел? И разные изменения баланса. Но это мы будем сами вычислять. Так, ну мы берем удобную подушку 100%, потому что это кайф. Это редкие предметы, это оно. Госпожа Фрукт, огонь. Госпожа Фрукт просто огонь. Она заменит вишню.
Она есть бананы, вишни, кокосы, апельсины, персики и сливы, и навсегда бафается. Госпожа фрукт кайф. Теперь можно брать все эти фрукты изи. О, капсула повторного хода. Вот оно, вот она новая валюта. Самоуничтожается, дает один повторный ход при уничтожении. Можно использовать для добавления из новой выборки символов. Капсула рерола? Так. Можно использовать... Я понимаю, что это даст рерол. Ну, я мышь возьму. И эта штука остается на ходы. И ты можешь использовать, когда хочешь, когда тебе не нравятся символы. С мышью я сыр возьму, а рероллы можно копить. А, госпожа начала есть половинки кокоса. Нет, наоборот, госпожа начала есть большие кокосы. Раньше она ела только половины кокоса. Она была ленивая и не умела разделывать их. Кевара можно взять, он уничтожится. У нас есть, мы можем сделать платеж 100 голды, поэтому можно пропустить вращение, заплатить 100 золота. И... Вот оно, обновление. Дорогой товарищ, местная сеть взаимопомощи знает о твоей нелегкой ситуации с арендной платой. Для дальнейшей помощи с судами мы даем тебе символ рерола и... Какой-то черный символ. Можно использовать для удаления символа из инвентаря. При этом символ не будет уничтожен. Он просто удаляется. Разгроми своего арендодателя, не прекращай борьбы. Слишком реалистично. Гретку, клубнику просто берем для золота. А, хорошо. Гробовщик. А, это предметы. Бананы Рики. Бананы и шкурки дают на один больше золота. Ну, новый предмет. Но не очень хороший. Насчет гробовщика не знаю, не знаю. Гробовщик, наверное, не очень хороший. Потому что... Фулбилд на духов ты не хочешь делать. Наверное. Гробовщик был. Окей, я не хочу. Я возьму банан, хотя он бесполезен. Ну, у него минусов нету, да. И вот так можно удалить из колоды символ. Но пока нет смысла удалять, пока у нас есть пустые символы. Но возможность удаления — это, конечно, жесть. Апельсин для госпожи фрукт. Рерол я пока не использовал ни разу. Дворф кайф, его можно взять. Госпожа фрукт съела апельсин, молодец. Капсула жульничества, сапфир. Ну, на данном этапе можно, наверное, использовать рерол. Поискать какой-нибудь хороший символ. Нету, еще один рерол. Сыр пойдет. Сыр с мышью всегда пойдет. Окей, сможем ли мы сделать платеж 150 через два вращения? Вишня для госпожи фрукт. Гробовщик, церковь и гравзавров. Да, это было бы круто. Малыша. Делаем платеж для редких. Эту подушку я использовал. Нам снова дают помощь с судами. Один символ рерола, один символ удаления. Имейл. Коми маккомрад баунси мейл. Землю крестьянам, фабрики рабочим. Здравствует Великая Революция. Курятник. Курятник стал редкий. Курятник поменяли. Цыпленок, яйцо, кура и золотые яйца дают на 1 золото больше. Куры в 3 раза чаще добавляют символы яйцо. Яйцо трансформируется в 3 раза чаще. Курятник бафнули. Курятник бафнули, йоу. Так, ну курятник теперь, возможно, играбельный станет. Я не уверен, что я хочу его брать.
Нужно ли мне брать курятник? Познаватель для курятника. Курятник надо в начале игры находить. Да? Тогда он будет очень крут. С другой стороны, будет весело. У нас как бы билда как такового никакого нет сейчас. Попробуем курятник. Погнали. Фул куры билд. Ну, мы можем взять курятник, но не брать яйца, если хотим. Там одну куру берешь, да и все. Окей, капсулу с предметом хорошо. У нас много пустых символов. Нам нужно заполнять слоты, а то мы сейчас проиграем. И урну, просто для заполнения слотов. Надо сейчас брать все подряд. Конфета для малыша. Еще конфета для малыша. Малыш, ешь. Ешь быстрее. Пиньята для малыша. Малыш, пожалуйста. О, молодец, малыш. Красавчик. Кокос для обезьяны и леди фрукт. Мы можем сделать платеж, но рискованно. С другой стороны, редкие символы круто. Редкие шмотки. Вор, кроличий мех, капсула предмета. Мне нужно кроличий мех брать. Нам нужны символы. О, очень большая бомба символов. 8 символов. Окей, открываем. Сейчас мы ее будем открывать. Окей, мы открываем бомбу символов, а потом поудаляем лишнее. Сейчас будем набирать самое лучшее. У меня есть дворф, ему пиво. Робин Гуд трэш и идет нафиг. Потому что он трэш. Половинка кокоса кайф. Это можно рольнуть. Взять сейф. Еще один ролл, здесь ничего интересного. Для дворфа вино. Персик для госпожи фрукта. Капсула удачи для поиска хороших символов. Капсула богатства — это деньги. И теперь мы будем удалять. Мы будем удалять такие символы, как монеты. Монеты не нужны. И чего еще удалить? И жемчужину. Ну, жемчужину может аквалангист сожрать, если что. Что хуже жемчужины? Что не может никто съесть и ничего не дает? Ничего. Жемчужина самый плохой символ. Но у нас два пустых слота. Не будем пока удалять. Пускай они лучше, чем пустые слоты. Пустой символ, я думаю, удалить нельзя будет. Сундук сокровищ офигенский. Госпожа фрукт кушает. Молодец, госпожа. Повелитель зверей. Он бафает кур. Окей. Вот он, повелитель зверей. У нас есть курятник. Теперь нам нужна кура. И мы в шоколаде. Кура, яйцо, что-нибудь такое. Мы ищем ее. Я думаю, нам нужны кокосы. Для обезьяны и госпожи фрукта подходят. Госпожа фрукт уже 11 голды приносит. Слоты пустые есть, берем духа. Мы сейчас не скипаем ничего. Я цыпленка в бомбе скипнул. Мисплей. Хороший мисплей, большой. Что у нас? Еще одно вращение нужно 30 голды. Вот эти символы, блин, скипать нельзя. Нужно брать. Нельзя нам использовать подушку сейчас. Но мы много подушку использовали. И из-за этого у нас сейчас золота не хватает. Это из-за подушки. Окей, нам дают еще один реролл. Яблоко. Контейнер для еды. Можно поискать еду для мыши и для всех остальных. К сожалению, что шмот не очень хорош падает. Слива для госпожи. Это все для госпожи фрукт. И как у нас с этим? Сейчас посмотрим колоду. Подумаем, нужно ли удалять символы. И какие? Госпожа плохо ест. Госпоже надо дать подзатыльник, чтобы она есть начала лучше. Я думаю, я пока использовать удаление не буду. Яйцо, вот оно. Яйцо пришло.
О, ребенок с обезьяной тащит. Они спасают нас в забег. Ниндзю и мышь нерфанули, они уже не так хороши, да. Далеко не так хороши, как были раньше. Капсула удачи, хорошо. Фермер. Фермер бафает фрукты. У нас есть клубника и яблоко. Можно его взять. Эти две урны мне надо убрать, они мешаются. Знаешь что, может быть я урны удалю. Кура вылупилась, снесла яйцо. Куры пошли в атаку. Я думаю, что я сейчас буду удалять урны. Окей, стоп. Или не урны, стоп. Так. Два пустых места. У нас два пустых слота, ничего удалять не надо. Пятьдесят через одно вращение ради редкого предмета. Рискуем. Больше реролов, больше удалений. Еще одна госпожа фрукт. Слушай, я думаю, еще одна госпожа фрукт пойдет. Они вдвоем могут одну штуку съесть. Канистра. Канистру мне неудобно использовать. Коробка для яиц. Не то, чтобы ломает курятник, но коробка для яиц, наверное, пойдет. Хотя, опять же, если мы идем на курятник, то мне, я хочу, чтобы кур было много. Когда кур много, наверное, хорошо, когда шестеренка. Шестеренка должна быть лучше коробки для яиц, да? Берем шестеренку. А те, кто присоединился, добавили новые символы, добавили механику рерола. Вот эти символы рерола добавили, теперь можно ролить. Если символ не нравится, ты ролишь, берешь сейф, например. И механику удаления. Определенная валюта, которую можно в некоторых местах получить. И за счет нее можно удалять символы. Два пустых символа, все еще пустые символы есть, блин. Набираем все подряд. Сейчас платеж не сделаем. Так, озвалили? Ну, в каком-то смысле. Может и так к лучшему. Посмотрим. Универсальный символ. Универсальный символ кайф. Мы все еще можем спокойно играть. Если мы хотим, мы можем не использовать реролы и удаления. То есть, да, реролы и удаления есть в игре. Но если мы хотим... То есть ты хочешь, ты можешь просто не нажимать на эти кнопочки, и все. Вся проблема исчезнет сама собой. Да? Пока что мы тестим механику удаления реролов. Между прочим, я удаление практически не использовал. Потому что колоду я по-старому собираю. Много символов, которые уничтожают другие символы по старой тактике. Поэтому особо и не требуются мне эти реролы. Капсула удаления. Но я говорю, удаления не особо нужны. У меня госпожа фрукт. С госпожой фрукт тебе удаления не особо нужны. Я могу снова поискать редкие предметы. Давай. 325 делаем платеж. Дают еще реролов. Ныряльщик. Ныряльщик удалит жемчужину. И блестящие камушки, да? Нет. Крабов, улиток. Ныряльщик все равно хорош. Как минимум он заменит жемчужину. Снова гробовщик пришел. Нет, обезьяну Освальда берем. Сейф, автопик с отмычкой. Куры по 6 голды приносят. Черепаху можно взять ныряльщику, если я хочу. Я не знаю, насколько быстро он ее съест. Барлок, кстати, гайд на арендодателя так и завис. Да, завис. Но фишка в том, что тот же гайд на арендодателя. Новые механики добавили в игру. Смысл есть ли делать его? Теперь в игре есть реролы, удаление символов. Вся тактика меняется. Нужно теперь учитывать это, когда играешь. Так что
принципе, может, хорошо, что я его не доделал. А мы не сделаем платеж сейчас. Платежи увеличили. Да, еще в апдейте увеличили платежи. Средние платежи, вот, например, которые мы будем делать сейчас, увеличены. Смотрите, как все плохо. Дам два вращения у нас, чтобы выплатить. Мне нужны проки чего-нибудь хорошего. Так, все, пустых символов нету. Мне нужно на роли сейчас много. По-моему, я не могу этого сделать. 60. Мы сделали это, платеж готов. Изи платеж. Далее еще реролов. Ведьма. Нет, берем яблоко. Сейчас будем удалять. Автомат с капсулами, офигенно. Так, и сейчас можно поудалять символы. Удаляем. Удаляем то, что ничего не приносит и что никуда не использовать. Минус. Что здесь самое бесполезное? Цветы и дождь. Правда. Цветы и дождь, наверное, да. Котика нельзя трогать, чат. Если вы удаляете котика, у вас нет сердца. Минус цветы. Минус цветы и дождь, да. Есть ли что-то хуже, чем дождь? Сапфир? А теперь два пустых символа. Стоп, ничего больше не надо удалять. Цыпленок, там нужно увеличивать количество курей срочно. Сейчас мы будем, блин, много скипать. Все, пустых символов больше нет, куры плодятся. Сейчас чем больше кур будет, тем больше нам нужно будет удалять других символов. Капсула усиления кайф с автоматом для капсул. Еще одна капсула усиления, хорошо. Как у нас с пустыми символами? Нету. И теперь можно удалить сапфир. Пустой символ есть, все, не удаляем. Камни блестящие лучше, чем пустой слот. Седьмой элемент, хорошо. Куры, давайте, работайте. 125 за 3 нужен платеж. Мастер зверей, бафай кур. Делай это. Куры бафнутые, да. Так, пустые слоты. Пустых слотов нет. Минус. Ну, теперь, наверное... А, минус урны. Да, минус урны. $125 за одно вращение. Я черепаху я могу взять? Не-не-не-не-не-не. Подушку никак не получается использовать. Черепаху для этого, для аквалангиста. Платеж сделали, хорошо, живем. Еще реролы. Реролы класс. Могила. Еще одна курица, больше куриц. Фонарь из тыквы, паралинки. Фонарь из тыквы. Как у нас со слотами? Минус урна. Куры, тащите. Тащите, как никогда не тащили. Нужен седьмой элемент, вторая часть. Ролл. Мастеров. Мастера зверей. Яйцо на 11 голды. Удаление на...
А дождь, без разницы. Сейчас мы будем много скипать. Все, все удаления использованы, все реролы использованы. Новую механику потестили. Ну, удаление круто вот так в лейте, когда ты уже набрал, в принципе, все, что хочешь. А, фермер работает с яйцами, да? Нет, фермер не работает с яйцами. Тогда нам не нужен еще один. Потому что он бафает только клубнику и два яблока. Он курей не бафает вообще. Сыр я даже не хочу для мышей больше брать. Может, тогда и не стоит всегда мышей в колоду добавлять. Мыши начальную игру очень тащат, с другой стороны. Жемчужина для ныряльщика. Но он ее не найдет в этих залежах курей. Шансы, что ныряльщик что-то найдет в этом курятнике, практически нулевые. А мы нашли клетчатый флаг еще. Солнце. Солнце мое, взгляни на меня. Цветы удалились, превратились в кулак. И сейф пикаем. Я думаю, что на данном этапе редкие предметы не стоит искать ценой голды. Совсем не стоит. Окей, платеж есть. И следующий платеж финальный. Улей, могила, омлет, лишнее, ролим. Могила, повелитель зверей. Еще один повелитель зверей решает. Машина времени. О, машину времени поменяли. Теперь она уголь трансформирует и матрешки. Йоу, круто. И наковальня дворфов бафает дворфов два раза больше золота. По-моему, наковальня дворфов раньше только давала дворфам возможность добывать руду, но не бафала их прибыль. Если я правильно помню. Возможно, я ошибаюсь. О, повелитель зверей хорош с курами. Так, у нас 8 вращений. Удаление символа. А, минус урна где-то здесь была, да? Нет, урны я уже удалил. Минус тогда камешек. Я вроде голда идет нормально. Еще один повелитель зверей пойдет. Хотя археолог почистит колоду от камушка. Археолог удалит камушек. Жемчужину. Сапфир я удалил? Да. Археолог заменит камушек и жемчужину. Но повелитель зверей важнее. Курятники, повелитель зверей то, что нужно. Потому что тут сейчас... Тут одного повелителя не хватит на всех курей. Нужна толпа повелителей. Слишком много кур. Повелители стакаются, кроме всего прочего. Окей, удаление, капсула удаления это минус символ. Сотка за ролл. Сейф хорошо. Где моя капсула удаления? Не приходит. И не приходит, и не приходит. Вовремя. Два удаления? А, у меня же двойная эта капсула. Мы платеж сделали последний, мы выиграли. Можно удалить... Госпожу первого уровня, кстати, можно удалить, да. Но камушек похуже. И... мех похуже. Хотя, не. Вот госпожу первого уровня удалим. Мышь можно было убрать тоже, да. Хулиган. О. Новая, новый символ. Дает один золото, уничтожает урны. Уничтожает урны и могилы. Посмотрите на его рожу. Что надо такое? Задумал. Нехорошее. Могилы он будет уничтожать. Какой козел. Вот это топовый символ в начале игры был бы. Вообще. Ну, сейчас уже не нужен.
О, у меня ровно 888 золота. Да, я скипну ради поиска редкого символа. Победа, мы выиграли. Мы выиграли. Ну, идем в бесконечный режим. Играем дальше через курей. Посмотрим, как далеко мы на курах сможем заехать. Я думаю, не очень далеко, но мы попытаемся. Луна не бафает кур. Рольнем редкие символы. Могила. Да, мы в курятнике, нам оно не нужно. О, сделка с дьяволом. Вы можете уничтожить этот предмет, добавить 66 пустых символов вместо арендной платы. Звучит как отличная вечеринка. Ну да. Давно мы сделку с дьяволом не видели. Но, как бы, деньги дьявола не пахнут. Так, что еще удалить? Мышку не хочу трогать. Работает, не трогай. Аквалангист когда-нибудь жемчужину сожрет? Наверное, когда-нибудь, да. Черепаху. Никак не может до нее добраться. Наверное, мышке пора идти на покой. Она хорошо поработала, но как бы она уже все. Хорошая работа, мышь. Иди домой. Свободно. И если мы используем сделку с дьяволом, мы потом все можем заполнить курами. Армия кур. Все куры. Больше кур, богу кур. Я буду брать предметы для госпожи и все такое, но... Устрицу в теории можно взять. Она будет бесконечно бафать ныряльщика, но я не знаю, насколько это хорошо. Наверное, армия кур будет круче, чем устрица. Устрица будет немножко ломать куриную армию. Не знаю. Надо просто найти предмет. Надо просто этот транспортир найти. И транспортир поможет в этом плане. 4 вращения, мне нужно 400 голды. Мне нужно по сотке за ролл делать. Я не вытаскиваю сотку каждый раз. Зря я с этим ныряльщиком связался и набрал устриц. Зря. Не работает он. Слишком большая колода. Никакого удаления карт не хватает. Бесполезный ныряльщик. Хулиган. У нас нет ничего для него. Мы не будем пропускать. Мне нужно 120 за этот ролл. Мы не сделаем. Куры хороши, но не настолько. Ну что, время сделки с дьяволом. Боньк. 66 пустых ячеек. Берем все подряд. Ой, что за предметы? Свинью копилку. Зато голда в запасе есть. Все подряд берем. Не пропускаем символы. Куры, плодитесь и размножайтесь быстрее, пожалуйста. Еще быстрее плодитесь и размножайтесь. У вас время. Давайте. Работайте. О, господи. Пустую ячейку попробовать удалить. Ну, давайте попробуем. Я думаю, что вряд ли получится, но попробовать мы можем. Нельзя удалить пустой символ. Все подряд. Сейчас мы будем брать все подряд. 9 золота за ролл. О, нет. Мы даже 1500 не насобираем сейчас. Но какое-то чудо должно случиться, чтобы мы затащили. Сейф, откройся. Культист, спасай нас. Культист. Яйцо.
Не получится. Эф, свинья копилка, там столько не будет. Ну, мы выиграли. А бесконечный режим, да, не получилось. Слушай, но этот действительно золотые яйца немножко руинят билд на куриц. Есть такое. Окей, урна пойдет. Для того, чтобы у нас работала мышь пойдет. Для того, чтобы курицы работали, нужно что-то, чтобы еще бафало золотые яйца. Сами по себе золотые яйца, они как бы не очень. Я возьму нам банан, потом у вас есть обезьяна, потом получится шкурка, а на шкурку наступит бандит в теории. Черепаху можно удалить потом ныряльщиком, если он придет. А скворечник еще нужен, вы правы, да, скворечник. О, вор, это на будущее. Уклонение от налогов, ломает вора, объявление разыскивается. Ровно один раз работает на воре, на одном, которого я возьму один раз. Вот цветок. Так, дворф, хорошо. Второй дворф? Не, ключ. Я думаю, по одному все-таки. Раньше я все думал, сколько нужно набирать. А возьму уголь. Я думал, поскольку нужно набирать символов уничтожителей. Ну, дворфов, мышей и всего остального. Все-таки пришли что к тому, что один. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Придержите ваших лошадей. Кто в цирке не выступает? Конечно же, он. Тот самый волк. Ой, взять пару линьки. Билд на волков и мех. Тот самый. Ладно, бафает зайцев. Но я не буду брать. Потому что если мы... Блин, теперь волков надо. Надо не умереть до следующего ролла. Совы, волки. Мне нужно брать еще одного дворфа здесь. Мне все надо брать. У нас большие проблемы с платежом с следующим. Нужно, чтобы сейчас прокнул сейф. Нужна выпивка, что-нибудь. Поймать вора надо, блин. Медведя взять, я не знаю. Мы не сделаем платеж. Как обидно это будет, капитан. Попробовать банановой кожурой поймать вора. Сова. Сова, спаси меня. Не поймали вора. 7 золота, луна в начале игры. Значит, не повезло. Обидно. Как обидно. Жесть. Мы были так близки. Варлок билд на волков и кроличий мех, при том, что мех кроликов можно удалить. Ну да. Но кролики бесконечно его спавнят. Если... Я беру ключ, не камушек. Кролики дело в том, что бесконечно спавнят мех, если ты ну, их куда-то не денешь. О, культист один. Намечается попытка сделать культистов с удалением. С удалением карт культ может быть очень хорош. Окей, сейф для... О, сейф отмычка, класс. Сейф отмычка даст нам время. Даст нам хороший старт. Так, обезьяну культистам можно заслать. Но у них есть уже одна обезьяна. Нам нужен один из нас. Один из нас. Один из нас. Окей, кокос для обезьяны. Нам сейчас нужно время. Нам нужно разогнаться. Найти. О, один из нас. Есть. Уже два культиста. Мышку брали? Мышку не брали, но возьмем. Обезьяна молодец. Хорошая работа, обезьянка. Так, ниндзя есть, но... Стремно сейчас скипать символы. Берем бомбу символов. Подожди, у меня дворфы есть? Нету. Берем бомбу символов, ищем культистов.
Сейф и отмычка. Пиньята на будущее для малыша. Что за розовый перец? Это что-то там новое было? А, дают два при пропуске? Блин. Два при пропуске дают, что я его не взял? Глупый я. Если мы наберем столько конфет, когда придет малыш, у нас будут все деньги. Так много конфет. Он будет счастлив. Окей, у нас есть ролл удаления. Капсулу берем. Бананы, Рики, туча, сковорода. Это все не то, что нам нужно. Какие плохие предметы. Не знаю. Из всего этого, наверное, банан самый нормальный. А, я автопикнул отмычку. Ну, извиняюсь. Окей, мышь. У нас нет мыши. Мышь, время есть сыр. Добро пожаловать на вечеринку. Воров. Точка нет. Срол. Собака это почти волк. Мы не играем через волков пока что. Нам нужны культисты. Они не приходят. Малыш! Малыш спасет. Я сейчас малыш все съест. Смотрите. Хоп. Так, камень бездны хорошо, пока у нас пустые символы есть. О, платеж готов. Больше символов рерола. Седьмой элемент берем. Коготь Куигли. Волки дают больше золота, становятся обычными. Вместо необычного становятся. Собаки становятся волками. Куча компоста — это для семян. Белый перец. Можно взять... Можно взять волка. Волк, волк Уигли. Прикольный волк. Пускай будет коготь Куигли на всякий случай. У нас есть 6 вращений, у нас сейчас вся надежда на обезьян, малыша, что они нам нафармят денег. Что же делать? Пропустить? 5? 7 пустых слотов. Культисты нужны. Просто культисты. Ну и большие урны. Не могу больше скипать. Малыш! Еще один лишний, блин. Берем сапфир. Проклятие скуки, отлично. Наконец-то оно пришло. Проклятие скуки и деньги, и увеличение шансов культиста, типа. Больше культистов, богу культистов. Давайте, культисты. Культисты, где вы? Капсула ролла или капсула предмета? Капсула ролла. Воров у нас нет и никогда не будет. Берем медведя Максула, была. Хотя он тоже бесполезен.
Мы сейчас упадем точно. А с другой стороны. Тыр. Я взял волков Куигли, да. Окей, берем волка. Просто на пустой символ. Он дает 3 голды, нормально. Какой плохой ролл. Сейф. Сейф, открывайся. Он открылся. Окей, у нас одно вращение, нужно 40 голды. Это нереально. А, культист, вот он, один из нас пришел в последний момент. Мы сделали это! Окей, у нас 3 культиста есть. Живы? Могила. У нас нет копателя могил. Пофиг. Берем, она приносит голду. Большая бомба символов, счастливая морковка. Счастливая морковка ломает культистов. Берем символы. Счастливая молковка. Молковка? Да, молковка. Молковка бомбовая. Молковка очень холодная. Но она ломает символы. Сломает культист. Нет дворфа. Есть персик. Смешная игра. Обхохочешься. Ха-ха-ха-ха. Нет дворфа, говоришь? А это кто такой? Молодец. Морковку занерфили? А-а-а. Я не посмотрел. Берем волков, потом разберемся. С пустыми символами сейчас уже нельзя ходить. Еще одного малыша. Какая мышь будет в колоде? Вторая. Окей, игральные кости. Сейчас заполняем все, потом будем удалять. У нас есть 4 удаления. Культисты не сработали. Нет. Еще раз. Удаление урны не даст духов. Удаление символа не считается уничтожением символа. Так что не прокатит. А то, конечно, было бы легко просто ломать все, что нужно ломать. Комедийный тайминг хороший, да. Обезьяна. Изи платеж 25. Кроличий мех в начале игры. О, все редкие символы. Ниндзю и мышь пофиксили, но они все равно хороши. Мы вроде мышь брали, еще нет. Малыш, отлично. Почему у меня задержка на стриме такая большая? Попробуй страничку обновить. Бывает иногда. Twitch глючит. Ну или если ты сидишь с телефона, перезапустить приложение. Это бывает. Или качество переключить. Снова культисты. Ну что вы, культисты. Ладно, один из нас. Один из нас. Че уж, залезай на борт, раз пришел. Но мы теперь можем удалять. Поэтому смотри, культист. Веди всех своих друзей, хорошо работай в создании культа. Иначе... Клик-клик-клик-клик-клик, накликал клетчатый план. Идем Робин Гуда. Я взял ниндзю-мыша. Вот ниндзя, вон мышь. Сколько ниндзя-мышь дают? Ниндзя-мышь дают теперь... Простите, 4 и 8 золота? То есть они вместе дают 12 голды? Эх. Что-то ниндзю-мышь сильно фиксанули. Прямо очень сильно. Мне вообще не нравится.
Они как бы не в минус, конечно, но плюса особо не видно на горизонте от них. А, черепаха неплохая с клетчатым флагом, да? Керри-роллы есть, капсула удачи, кайф. Рентген-аппарат. А вот фиолетовый перец. 5 золота, если 3 таких же больше символа находятся рядом и не пустые. Рентген-аппарат можно взять и сделать бриллиантов. Тот же типа культисты, только с рентгеном. И что, давайте рентген-аппарат. Давно мы его не брали. Культист у нас один. Не уверен, что оно, он, от него толк будет. Опа! А вот и рентген-аппарат с археологом. Так, археолог, значит, может ломать руду. И он будет добывать нам редкие камни. А сам будет бафаться от руды. Немного ломается. Рентгеновый аппарат его немного бафает, но... Точнее, немного ломает. Но это все равно должно работать. И теперь я захочу взять уголь. Если у меня нет ключей. Ключей нет. Я захочу взять уголь, потому что у нас хороший шанс из руды добывать... Борф есть. Из руды хороший шанс добывать бриллианты. Так что, да, блестящие камушки, это все пойдет археологу. Стоп, да, да, блестящие камушки идут археологу. Сейчас берем автопик, будет всего-всего-всего, что связано с камнями, сапфиры. Сейчас все будем пикать. О, археолог работает, такой молодец, 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 молодец. Хорошая работа, археолог. Окей, еще больше роллов. Голем. Голем. Весь археолог. О, новый кролик. Кролик-левша. Необычный, дает кроличий мех за каждые 10 вращений. Кролики, кроличий мех в левом вертикальном ряду дает в 2 раза больше золота. О, какой интересный предмет. В левом ряду кролики дают в 2 раза больше золота, дает мех автоматически. Это единственный артефакт, который добавляет символы без взаимодействия с другими символами. Да? Верно? Никакие артефакты вот так автоматически больше ничего не добавляют. Очень круто. Бесполезно для нас сейчас. Но очень круто. Супер круто. Но мы берем бочку. Мы кролика обязательно потестим. Этот апдейт, судя по всему, хороший, большой. Мы будем здесь искать для археолога. Так, археолог ест камни бездны? Нет, не ест. Камень бездны можно взять. Малыш у нас есть. Тут рольнем. Здание бездны. Капсулу богатства. И пиво для дворфа. И что у нас там со слотами? Сейчас, короче, там сейчас голем откроется, у нас пустых слотов не будет. А, бочка дворфов добавляет, все верно. Все верно, бочка дворфов, да, добавляет символы. Много символов. О, еще один голем. Сейчас будет атака големов. Бедный археолог, справится ли? А, отмычку скипнул, блин. Может, надо было отмычку брать. О, дворф хорошо бухнул. И вот она, руда для археолога. О, господи, все големы. Больше големов, богу големов. Стой, устрица с археологом. Он же... А, он жемчужины не ест или ест? Я глупый? Я глупый, он ест жемчужины. Зачем археологу жемчужины? Они же не археологические находки. Окей, коробка для яиц, кайф. И сейчас он нам добывает изумрудов, рубинов и всего остального. Сапфира он ест.
Сейчас надо много скипать, брать только что-нибудь такое действительно хорошее. Типа пиво. Пиво всегда хорошо. Ну, уголь тоже всегда хорошо. Уголь и пиво. Так, что у нас там? Пустой символ еще есть, не надо трогать. Вот она, голданом. 300 платеж через одно вращение. Капсулу удаления. Платеж мы сделаем. Так, 300 платеж готов. Еще один ролл добавили. Робин Гуд. Робин Гуд с флагом может быть более-менее нормальный. Шестеренка, класс. Капсула рерола, хорошо. Хорошо, что они эти штуки добавили, как именно рероллы и все остальное. Пустой символ один есть, можно рольнуть. Обезьяна есть, можно рольнуть. Сейф, блин. Че, скипать, что ли? Пустой слот. Берем капсулу. С флагом Робин Гуд должен чуть-чуть в плюс идти. Не очень, но нормально. Стрелы хороши только с артефактом на них. Стрелы хороши, когда они в две стороны показывают. Так не очень. Символов пустых нету. Сейчас будут. Капсула удачи, кайф. Нам нужна леди. Нам нужна леди, которая бафает рядом. Опять устрицу скипнул. Опять авто скипнул устрицу. Забываю, что она может быть нормальной. Хулиган. Поздновато для хулигана, да? Я думаю, да. Ну, у нас есть платеж. Хорошо. А вот и... Стоп, госпожа Фрукт. Есть что ей уничтожать? Но она минимум уничтожит вишню. Госпожа Фрукт. Нормально. Кирка? Нет, ни при каких обстоятельствах. А, монету про запас переделали. Дает 1 золото после каждого вращения. Убирает все монеты перед каждым вращением. Дает 3 золота, если монета удалится. Спасибо, они сделали монету про запас играбельным артефактом. Ура! Ура! Красная армия. Она играбельная, она даже полезная, потому что она удалит монету. Невероятно. Абсолютно невероятно. Так, у меня 7 удалений. Устрица, наконец-то я про нее не забыл. Я могу начать чистить колоду? Реально могу. Ролл. Вишню для госпожи. Что у меня? Пустых слотов нету. Окей, минус цветок. Пустой слот появился, не удаляем. О, госпожа с обезьяной вместе похавали кокосик. Какая красота. Так, теперь 2 пустых слота. Монеты авто уничтожаются монетой про запас, да? Да. Теперь каждая монета это типа одноразовый символ. Прикольно. Так, вращение. Платеж мы сделаем. По идее должны. Пчела, черепаха, собака. Что-то не очень. Заменять символы надо на нормальные символы, а не на рандомные. Фигню какую-то. Мега сундук. О, шахта.
А, шахта даст потом кирку. Шахта сломает археолога. Не надо брать шахту. Мега сундук надо брать. Корзина фруктов. Фрукты дают больше с голды. Медведь Максвелл бафает медведя, но у нас нет медведя. Я не знаю, корзина фруктов минусов не имеет. Еще одна устрица для археолога. Две устрицы. Работай, археолог. Кирка предмет? Да, ее удалить нельзя. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не получится удалить кирку. К сожалению. Ролл? Слива для госпожи фрукт или руда для археолога? Я думаю, слива. Шанс у них найти ее одинаковый. Кстати, нам ключ нужен. Так, надо удалять символы. Можно. Прости, культист, но я тебя предупреждал вначале. Уголь долго. 20 вращений уже поздно. Почему отображаются предметы, я не знаю. Давайте попробуем удалить. Ниндзю мышь. Попробовал, я кликнул. Не удаляются. Я кликнул, не удаляются. Так, у нас есть голда, это можно скипнуть. Кокосики. Больше кокосиков. Богу кокосиков, больше устриц для него, для археолога. Тащи, археолог, платеж есть. Царь Мидас. Стоп. Комбо. Царь Мидас плюс монета про запас. Царь спавнит монеты. Монета амулет удаляет монеты. То есть царь технически просто приносит дополнительную голду. И... А? Эй, круто. Просто круто. Их можно... Наконец-то царь играбельный стал. Но в данном нашем случае дама лучше, но царь теперь играбельный. И загребущая перчатка просто кайф. Да, дама лучше, я понимаю. Но... в теории теперь наконец-то мы можем... Играть царя Мидаса не раз в 1000 лет, когда он приходит первым символом в забеге. Так, у меня есть загребущая перчатка. Блин, и мне бы... Мне бы ключ к ней. До этого сейф приходит. Так, дама очень хороша. Капсула уничтожения, то, что нужно. Вовремя культист. Котник, еще один голем нужен. Не знаю, можно, наверное, взять еще одного голема. Уничтожать. Уничтожать лишку. Минус. Мышка, прости. Форф, прости. И два пустых слота. Я освобождаю место по большому счету. Можно вот все символы, которые мы в начале игры используем для разгона, их можно теперь в лейте удалить. Потому что нам невыгодно брать слишком много символов в колоде. Поэтому эти малыши, дворфы, обезьяны слишком долго будут свою добычу искать. Поэтому выгоднее освободить сейчас место. Так. Но обезьянку можно оставить, она кокосы ест вместе с госпожой. Минус малыш, я думаю.
Устрица хорошая. Устрица бафает этого археолога. Еще один сундук. Таких сундуков и набирает сундуки, и набирает сундуки. Вот удачи подкова. Два золота после каждого вращения. Давай подкову. Вот следующий бедный котик. Злые чат. Я скипнул кота удачи. Я тоже злой. Нам нужно больше археологов. Вот что нам нужно. Надо было брать кота удачи. Госпожа фрукт ест апельсинки. Надо было брать кота удачи, чтобы искать еще госпожу фрукта, еще одну и все такое. Ключ, ура. Теперь он будет 5000 лет искать сундук, чтобы открыть себя. Что у нас там? Удаление нужно? Код следующий, говорите. Из-за чата. И черепашку. И кота, и черепашку. Капец. Кошмар. Просто ужас. Госпожа всех бафнула. Какой она молодец. Сапфир. Археолог уничтожает сапфиры. Капец, он медленно работает, этот археолог. Вообще жесть. Нам нужно еще 3 археологов нанять. Десяточек. О, еще одна госпожа фрукт. То, что я просил как раз. Проклятая катана. Ниндзя дает на 2 золота больше за каждый другой символ ниндзя. Становится обычным вместо необычного. Ну, было бы отлично. 5000 лет назад. О, археолог поработал. Красавчик. И лентяйничает. Нельзя, зарплату получает. Молодец, археолог. 4 пустых символа, окей. Так поработал, что место все освободилось. Катана была в прошлом апдейте. Катана относительно новая. Но не супер новая, скажем так. Теперь у меня 2 госпожи фрукта, это будет намного проще. Теперь у меня есть всякие апельсины и все остальное. Персики. Окей, так, что у нас идет тут по символам? Кто следующий? Кто следующий? Ниндзя? Прости. Устрицу не удаляю. Ты что, устрицы археолога бафают? Робин Гуд лучше, чем ниндзя. Робин Гуд хоть что-то делает. Как у нас там? Можно еще кого-нибудь минусануть. Прощай, обезьянка. Прости. Прости и прощай. Жаль обезьяну. Хорошая была обезьяна. Большая. Изи платеж. Бесконечный режим. Мы победили. Фермер, шеф, бармен. Ну, шеф, знак вопроса. Помурол. Фермер, яблоко, могила. Тряпка для уборки. Опа!
Бриллианты дают на... Все камни дают на один больше золота. Есть! Ей! Отлично. Так, что тут у нас лишнее образовалось? Сундук мы откроем. Это камень, Это не камень, это дама, но все равно. Можно сделать чего? Мех убрать. Мех хотя бы редкость дает. Хороший вопрос. Слушайте, я лучше редкость оставлю меха, чем Робин Гуда. Охотников, по-моему, куда? Ключ, отлично. Сейчас мы откроем сундук. Будет кайф. Бриллиант по 14 голды. Нужна еще руда. Может быть. Что еще удалить? Ладно, мех удаляем. Изумруды убирай. Да, зачем? Чтобы были одни эти рубины. Чтобы шестеренка прокала. У нас больше сначала их символов больше нужно. Вот голема возьмем, сейчас голема разберем на части, и тогда можно подумать насчет удаления. Ну а сколько он еще руды, посмотрите. Руды много. О, археолог работает. Так, с рудой, наверное, пора прекратить. Пустые символы есть. Вишню позабыл. Упс. Дисплей. Платеж в 1000 готов. Еще один сундук. Нет, медведя нету. Сундук можно... Клик. Взяли катану. Отлично. Хороший клик. Очень полезный предмет. Молодец. Теперь у нашего археолога будет катана. Просто отлично. Делает ничего. А мы же монеты можем брать. Но монеты не так много приносят, чтобы ее сейчас брать даже. Она будет... Она 4 голды, получается, приносит. Так, ну что у нас там? Можно еще поудалять символы, да? Минус. Блин, у нас сейчас тут уже минусовать-то нечего. Чего удалять-то? Нечего удалять, все. Все остальное. Можно количество устриц уменьшить, но я не вижу особого смысла. Лучше еще одного археолога найти. Идеальная колода 50 символов. Но у нас много этих. В теории можно действительно... Смотрите, рубинов и изумрудов поровну-то. В теории можно... Потом будет рубины и изумруды удалять. Для того, чтобы освободить место под бриллианты. Сапфир археологу ест. Археолог удалит сапфир сам. Без нашей помощи. Он не успевает просто. Нужен еще один археолог. Все будет кайф. Платеж 1500 прошли.
фермер, могила, яйцо, не то. Дама, еще одна дама. Да, да, еще раз да. Наконец-то отмычка пришла. Невероятно. В конце игры заизволила заявиться. Сейчас ключ удалять придется. Мега сундук. У меня две госпожи фрукт, да? Да. Так, ну что у нас с символами? Один пустой символ, не надо удалять ничего пока. Более того, можно добавить символ. А, хотя сейчас сундук удалится, будет еще символ. Госпожа ест половинку от кокоса, да. Окей. Ну и чего это такое вот? У меня где-то капсула на редкость должна быть. Вот она сейчас будет. Сундук открылся. Мега сундук. Луна. Удаление или ролл? Нам ролл важнее. Теперь у меня пустые символы в колоде. О, граф Заров, привет. Мой милый граф, луна так ярко светит. И шепот листьев шелеста усиливает ветер. Не пустим его сегодня на вечеринку. Он плохой, он всех дам перепортит. В смысле съест. 2000 платеж ест. Повелитель зверей не нужен. Дама пьет мартини. Сколько она за мартини дает денег? Где она? 35 за мартини. Сундук закроешь 50. Сундук выгоднее. Степень по антропологии очень хороша. Выгоднее она, чем 4-листный клевер, который 4 пассивно дает. Нет. Очень редко у нас 4 человека будут на доске. Клевер лучше. Потому что люди друг другом не множатся. Роллы, капсулу на ролл еще одну. Мы можем сделать следующий платеж. В теории. Не знаю как, но в теории можем. Археолога еще одного не хватает. Даже не вся руда распакована. Нужен еще один археолог. Мы можем сундуками дотащить. Бесполезные, нужны сундуки большие, по сотке, которые. Да, 2500 не насобирать. Яйца, точно, я забыл про коробку для яиц совсем. Вы правы. Ну, уже не особо поможет, но мне надо было ее заполнить давно. Ну вот. А, копилка есть же.
200 голды добавила. Сколько там?